Новая дорога будет состоять из 10 полос. 8 центральных полос транзитные, по 4 в обе стороны. 2 боковые для обслуживания новых рынков и торговых центров, которые построят на месте старой барахолки. Через улицу Северное кольцо предусматривается строительство 5 пешеходных переходов надземных. И вдоль улицы также предусматривается строительство стоянок, паркингов наземных. Строительство второго надземного перехода уже ведется. Для удобства пешеходов мосты будут строиться через каждые 200 метров. Тем временем расширение дороги обещали закончить к концу текущего года. Одна из причин, по которой строительство пока не начато, это рынки и различные объекты, находящиеся вдоль Северного кольца. В отношении 48 объектов, расположенных на территории барахолки, вынесено судебное решение на снос. 40 из них выполнено, 8 находятся на стадии исполнения. В случае неисполнения судебным исполнителям должно дается уведомление о добровольном исполнении решения суда в течение 5 дней. В случае неисполнения будем принимать определенные меры, то есть будем привлекать должника к административной ответственности и будем сносить данный объект в принудительном порядке. Те, кто не съедет добровольно, еще и заплатят штраф в размере от 10 до 20 МРП. Тем временем в акиматах Алатауского и Жетысусского района постоянно проводится разъяснительная работа с продавцами, которые работали на барахолке. Предпринимателям предоставляются торговые площади на рынках Алматы и Алматинской области. На сегодняшний работа ведется, разъяснительная работа, значит, мы ведем по предоставлению мест. На сегодняшний день, значит, по городу Алматы. Значит, есть рынки, где свободные места. Это, значит, в Карасайском районе, Елисском районе. Также в наших рынках, значит, торговый дом Адем предоставили место, значит, торговый дом Байсад предоставили место. В Алатауском районе рынок Ужет, который новый открылся. Строительство новой автомагистрали поможет разгрузить основную трассу, а жители и гости Алматы сэкономить свое время и без заторов добираться к торговым точкам города. Жанна Тайтенова, Ерлан Сагынбеков, телеканал Алматы.